Итак, всем привет! Я прибыла в город Александров. Здесь играет музыка. Есть широкая площадь, есть магазин «Атак», есть торговые центры, автобусы на Владимир Карабаново, электрички на Ярославль, вокзал, трактир. То есть очень много всего. Надпись «Родина», «Родине нашей слава». Вот. Собственно, я прибыла в этот город, чтобы гулять, чтобы снимать, чтобы отдыхать. Я даже подумала о том, что если бы я приехала раньше, я могла бы съесть в Карабаново. Но сейчас, наверное, время позднее, я просто боюсь уже вечером в Карабаново застрять. Вот. Здесь есть памятник и церковь Серафима Саровского. И памятник герою земли Александровской, слава тебе, победитель-солдат. Вот. Музыка играет, и в целом обстановка гораздо более приветливая, нежели была в Буженино. По-моему, Буженино, она одним, несмотря на то, что это мое село официально, это одно из самых, по-моему, гостеприимных мест вообще, в которых я когда-либо бывал. Вот. Такие вот дела. Тут вот такая большая цивильная площадь перед вокзалом. Вот. С церковью. А там дальше идет основная улица, по которой, собственно, я люблю гулять. То есть, если вы приехали впервые в Александров, то по той стороне, если пойти на ту сторону и там идти очень долго, вы дойдете до Дичковского озера. А если пройти вот мимо памятника, где можно фотографироваться и поснимать, дойти до церкви, которую сразу заметно. Это церковь Серафима Саровского. Вот. И пойти сразу направо, перейти по переходу, там будет главная улица Александрова, которая приведет вас как раз к музейному центру «Александровская слобода». Вот. Сейчас, собственно, туда, наверное, я и направлюсь. С вами Марина Морлок. Так. С вами снова Марина Морлок и, собственно, моя прогулка по Александрову. Если недавно мы гуляли по посаду Струнино, то сейчас продолжается этнографическая моя экспедиция по Ярославскому направлению, и я приглашаю вас прогуляться со мной по Александрову. Опять я снимаю на свой фотоаппарат, так как смартфон, блин, меня подвел. Поэтому, к сожалению, возможно, прогулку надо будет потом переснять на нормальные носители. Основная улица Александрова выглядит вот так. Вот так. Вон там церковь и вокзал. А здесь основная улица, которая идет к музейному центру «Александровская слобода». Но так как я сегодня с утра снимала и редактировала блоги, с утра, конечно, мне была не судьба выдвинуться никуда, наверное, музейный центр уже закрыт. Вот. Но я просто прогуляюсь. Тем более, днем было жарко, с одной стороны, все время ходили тучи. Было такое ощущение, что вот-вот дождь пойдет. Но он не пошел. А вечером, наоборот, погода разгулялась, стало очень жарковато. Вот. Тут много магазинов, что мне очень нравится. Тут нет Макдональдса, поэтому туалетом лучше пользоваться на вокзале. Вот. Тут много закусочных всяких разных. И тут очень ржачная реклама. Вот, если я прохожу, иногда вижу прикольную какую-то рекламу. Если увижу, я буду вам ее снимать. Потому что такое впечатление, что просто трудится много очень креативных дизайнеров, которые снимают различную рекламу. Вот. Вот такая основная улица. Вот, например, одно из представителей прикольной рекламы. Салон «Парикмахерская Летуаль». И в целом здание, конечно, тут не блещут. Хотя здесь, если пройти подальше, есть и новостройки. Вот. Такие даже элитные новостройки. И всякие магазины дорогие. Но в целом
тут, конечно, преобладает застройка советской эпохи. Вот. Такие вот дела. На этой улице очень много торговых различных помещений, торговых центров, кафе. То есть тут, в принципе, можно купить практически все, что меня поразило, при том, что город сравнительно небольшой. Торговый дом ЗОВ. Пример рекламы. Странная реклама шторы Тюль, где выделено УУ. И здоровый торговый центр. То есть вся вот эта улица — это какие-то торговые центры, кафе, рестораны. Но что-то в кафе я не хочу. Магазин «Море сумок». Вот. Я говорю, тут можно идти и просто прикалываться с рекламы. Такое впечатление, что тут действует, наверное, какое-то креативное агентство, которое все это творит. Тут есть фикс прайс. Он есть, наверное, практически везде. И здесь он тоже есть. И, естественно, тут есть очень много всего остального. Я, кстати, обратила внимание, на улице очень много хорошо одетых, красивых девушек модельной внешности. Что меня, честно сказать, несколько удивило в провинциальном городе. Вот. Такое большое количество нарядных и красивых девушек. Вот. Люди так с интересом на меня смотрят. Фрау Техника. То есть реклама как раз рассчитанная, наверное, на красивых девушек. Бегемотик игрушки. Китс. Хорошие кухни. Ну тут да, тут собственно. А еще я тут видела магазин цивильной одежды, он так назывался, цивильный. А также аренда офисов от 10 тысяч рублей. Ну, я думаю, да, тут, наверное, можно этот город рассматривать в качестве вложений для бизнеса какого-то развития. Улица называется, естественно, улица Ленина. Вместе с современными торговыми центрами тут есть еще исторические здания. Вот тут я прочитал, что вот в этом здании в период Второй мировой войны располагался госпиталь. Вот. Наверное, снять его лучше с другой стороны дороги. Может быть, на обратном пути, если у меня хватит батареи, я его засниму. Дома тут очень интересные. То есть тут есть как и достаточно современные здания, и тут же рядом здания очень старые, очень своеобразные, с такими вот балкончиками, где уже растут деревья, начинают расти. И также вот как там исторические здания. Пойду прогуляюсь, может быть, найду какое-то более красивое место для съемок. А в целом город довольно зеленый. Очередная прекрасная реклама. Тут, по-моему, отдельного выпуска заслуживает реклама в Александрове. Тут есть бизнес-центр. Кафе СССР, деловой центр «Свечка» и пицца-парк. И это еще не полный перечень заведений, которые, собственно, тут существуют. Тут сплошь вся дорога в заведения. Вот. И, как я уже говорил, тут очень много красивых девушек. Это меня удивляет, потому что такое впечатление, что красивых девушек тут даже больше, чем в Москве. Почта России. Тут много агентств по недвижимости, и недвижимость тут потрясает воображение фантаста. То есть, по-моему, более контрастного города я не встречала. То есть недвижимость реально на любой вкус. А самое интересное — тут цены. Тут действительно еще и огромный разброс цен на недвижимость. Тут бывает она и современная. И тут же на другой стороне что-то такое очень-очень-очень уездное. И тут же на другой стороне что-то очень такое необычное. Вот. Недвижимость тут потрясает воображение фантаста.
И, конечно, креативности тут не занимать. То есть разноцветные окна и всякая прикольная реклама тут присутствует в изобилии. Вот такие тут встречаются дома. И такая реклама. И вот такой дом, он был горелый. И на нем написано 14+. Наверное, 14+, это значит, что мой блог рекомендует посмотреть людям с 14 лет. Так. Мы продолжаем свою прогулку к центру Алексея. Реклама просто тут не отпускает. По-моему, не было границ у фантазии художника. Это просто жесть. Корма для животных. Насколько я понимаю, это котопёс. Вот такой вот. А это улица Ленина. А вот довольно милая реклама. Причем читается в основном своем именно слово «аут». А вообще такое впечатление, что дизайнерам в Александрове бесплатно раздают амфетамины. Возможно, стоит поискать тут работу по этой специальности. Впереди опять шедевры архитектуры. Все это центр города. Я шла оттуда сюда.